Всем привет и добро пожаловать во Vlogmas 12. И сейчас я собираюсь к Олесе и пытаюсь себя привести в порядок. Я сейчас тут думала, что лучше сделать патчи корейские, либо маску для лица. И решила, что я сделаю просто масочку тканевую. И заодно узнаю, хорошая ли эта компания. Вот так вот выглядит описание. Конечно же, это Корея. Обожаю корейские маски. Они самые лучшие, они более-менее мне помогают. И пока я буду ее делать, точнее, пока она будет мне на лице, я буду убираться в комнате, готовить себе покушать и собираться к Олесе. Мне еще нужно найти маленькие ноженьки, потому что сегодня мы будем вырезать что? Правильно, снежинки. И, возможно, что-нибудь куплю по дороге, но это не точно. Я не знаю, как я доеду, как скоро я вообще пойду. Мне еще нужно придумать, что мне надеть, потому что я буду там раздеваться, и я не знаю, что мне надеть. Да. То есть я, наверное, толстовку одену. Это самое оптимальное, что я могу надеть. Самое лучшее, что у меня есть в гардеробе, это толстовки. Многочисленные толстовки и свитера. Так что сейчас что-нибудь выберу, приведу себя в порядок. И уже скоро мы встретимся с Олесей, да. Предновогодняя погода просто ужасная. Плюс, ну хоть не холодно, но очень скользко и сыро. Я в своих новых топулях. Надеюсь, они мне не промокнут. Сейчас иду покупать что-нибудь на вечер нам с Олесей, потому что я не сегодня буду до вечера. И она меня попросила поискать яблоки и печеньки с томатом. Будем искать. Кажется, у меня носок сползает с ноги. Надо поправить. Самая важная информация. Ну что ж, идем в мир людей. Итак, я у Олеси. У нее творческий беспорядок, в принципе, как у меня. Что-то там сами двигают. Я купила вот такие вот крекеры. Я еще такие никогда не покупала. Они довольно-таки неплохие, так что, если вам нравятся томаты и что-то такое солененькое, то покупайте. Также купила творог, не зная, есть ли у нее ложечка, и купила ей 3 яблока, потому что не знала, какое будет вкуснее. Сейчас я буду пытаться делать снежинки, потому что я их не умею делать. И она тут уже наделала столько снежинок, это просто нечто. Их тут... Ау! Их штуки, наверное, 50. Сейчас я открою. Вот. Это просто нереально. Они очень красивые, и что-то мне кажется, что у меня ничего не получится, но я постараюсь. Так что будем пить чай, что-нибудь кушать, и делать снежинки, и разговаривать о своем одевичем. И так я буду у нее до вечера, до конца ее рабочего дня, потому что у меня сегодня выходной, почему бы и нет. Можно это привести, что-то такое, крем стоит какой-то, или что это? Кстати, я это аниме сегодня никак не могу посмотреть. Но мне все советуют, я сегодня никак не могу посмотреть. Надо посмотреть его. Ну что ж, начнем. Я тут уже начала делать заготовку. Ее, правда, не видно. Она ушла на планерку, а я охраняю эту всю красоту. Кстати, посмотрите, это все она сделала. Я не вижу второго, но вот это вот точно она сделала. Классно, да? Тут еще один был, тоже красивый, но что-то я ослеп. Наверное, его нет просто тут. Там какие-то комнаты. Забавно. Ладно, я начну работать. Водичка. Ну что ж, погнали. Если вам когда-нибудь понадобятся снежинки, никогда не просите меня это сделать, потому что я даже по эскизам не могу сделать снежинку. Они у меня получаются квадратные. У меня всегда получаются квадратные снежинки. Может быть, кроме этой, она более округленная, но все равно квадратная. Как делать круглые снежинки, я не представляю. Но я пытаюсь, и я заварила себе чаек. Надеюсь, было можно. Кажется, Леся разрешила мне сделать чай. И сейчас ее жду, она с планерки скоро должна прийти, а я пока буду пытаться что-то сделать. Надеюсь, из этого что-то получится все же, но я что-то не уверена. 5 часов. Мы все еще делаем снежинки. Так, ты покажи коробку. Я в коробке показала. Так там прибавление. Ну вот, да. В общем, у меня это странное выходит, как всегда. Мы будем наряжать. Не до скольки. Тут может до 8. Это минимум. Не знаю. Потом на завтра так сидят. Значит, завтра можно прийти. Да. Передаешь привет тем, кто смотрит этот влог, да? Да, чтоб она мне от субботы освобождала. Чтоб я совсем с ума не сошла. Или уже. Вот все с ума сходят, как видишь. Забавно, да, люди? Уже 6 вечера. У меня уже довольно-таки лучше получаются снежинки. Ну, по крайней мере, мне так кажется.
Мы все еще работаем, мы уже перекусили. Спасибо большое ее бабушке за вкусную еду. И еще творог я поела. И попозже мы пойдем елочку наряжать, надеюсь. И уже очень темно, уже с 4 вечера как темно, с 4 дня точнее. А мне надо еще в аптеку сходить, я в аптеку забыла сходить, купить лекарства для бабушки. Вот такие дела. Что-то там скрипит. Ну что ж, продолжаем работать. В общем, сейчас мы будем либо наряжать елку, либо делать какие-нибудь плакаты, что-то украшать. Там дети занимаются. Я вот тут самое важное держу. И тут очень красивые шарики. Вот эти цвета вообще просто божественные. И сейчас я вам покажу, надеюсь. Тут еще вот такие цвета есть. Но мне нравятся больше именно вот те. Офигенные. Обожаю шарики, но не люблю, когда они сдуваются, когда лопаются. Кстати, тут кинотеатр теперь есть. Гринч, я хочу Гринч посмотреть. Такой прикольный. Что-то тут еще какие-то вывески были. А, вот елки. Я никогда не смотрела, не знаю, о чем это. И кунчик. О, лисек. Вечера. Ё-моё, напугалась. А мы все еще тут. В общем, мы практически ничего не успели сделать. Но что-то мы сделали. Я там прикольно такую вещь нашла. Оружие. То, что мне нужно. Вот это я люблю. Гражданский противогаз. Классно. С ним бы какие-нибудь фотографии сделать. Одуреть. Не, сначала, конечно, страшно, но потом вообще... В общем, сейчас я поеду домой, еще зайду в аптеку, как я уже 10 раз сказала, и еще куда-то. Еще классненький такой. Вот этот тоже, но вот этот мне больше нравится. Вообще, какие-то картины тут. Красота. Обалдеть. Кольчуга. Офигеть, она тяжелая. Ребята, она очень тяжелая. Обалдеть, обожаю эту всю тему. И наша комнатка. Уже 8 часов, я только-только подхожу к дому, даже уже давно за 8, я думаю. Я посмотрю. Да, 8:05. Я подхожу и заканчиваю свой блог. Увидимся с вами завтра. Всем пока.